пришел на свет. В Киренском районе спасателям удалось найти заблудившегося в лесу сборщика грибов при помощи сигнальных ракет. Их решили применить, потому что звуковые сигналы подавлялись густой растительностью. Всего, чтобы обнаружить 63-летнего мужчину, было прочесано порядка 6 квадратных километров тайги. Поиски продолжались около 3 часов. Все это время сборщик дикоросов ходил кругами и не мог найти тропу, ведущую к автомобилю. Мобильная связь в этом месте отсутствовала, и только быстрое обращение родственников в МЧС позволило в кратчайшие сроки обнаружить пенсионера. Всего с начала года в лесах Прибайкалья заплутал 71 человек, 55 из них нашли. Чаще всего люди теряются в Нижнеудинском, Усть-Илимском, Нижнеилимском районах, а также в лесных массивах. Рядом с Тулуном и Тайшетом. Судьба 16 человек, затерявшихся в сибирской тайге, по-прежнему неизвестна. Одного из жителей региона вообще не могут найти с января. Он ушел охранять зимовье и до сих пор не вернулся.